Производственное приключение для учащихся «Газпром-класса» устроили наставники из «Газпром-добычи на дым». Будущие газовики побывали на одном из промыслов Медвежинского месторождения. Для надымских школьников поездка на эту экскурсию была нелегкой. Только дорога заняла около 5 часов. Но это еще больше разожгло их интерес к первенцу газодобычи. В самом начале обязательный инструктаж по технике безопасности и знакомство с историей Медвежинского управления. Она тесно переплетена с историей края. Промышленные предприятия и дороги на территории надымского лесничества отсутствуют. Это 50-е годы прошлого века. И какую сейчас вы картину видите? Совершенно другую, да? Установка комплексной подготовки газа – первый пункт экскурсии на четверке. Несмотря на свой возраст, 44 года, установка по-прежнему добросовестно выполняет свои должностные обязанности. Изначально установка рассчитывалась на добычу 20 миллионов кубометров газа в сутки. Сейчас ГП, ЦГП номер 4 добывает 3,5 миллиона в сутки. Связано это в связи с падением извлекаемого сырья. Школьникам показали основные производственные объекты Медвежинской четверки, рассказали об особенностях технологической цепочки добычи, подготовки и транспортировки газа, а также об аспектах промышленной безопасности на объектах газодобычи. Вообще вот именно ожидания, которые вот были, они действительно, да, оправдались. Именно сама вот эта атмосфера работы, вот даже вот это просто, оно, знаете, вдохновляет на то, чтобы усерднее работать, учиться, как бы идти к своей цели работать в данной организации. Ребята с увлечением впитывают информацию, рассматривают оборудование, наперебой задают вопросы. Первое, что их поразило на промысле – малолюдные технологии, а еще условия, в которых трудятся газовики. Вы знаете, я вообще никогда не хотела работать в газовой отрасли, но как-то я от нее очень далека была. Но даже сегодня у меня возник вопрос. Вот если бы я была вот в их возрасте, наверное, бы я тоже захотела поступить в газовую специальность, в институт закончить и приехать сюда на работу. Газпромклассники впервые на промысле признаются, что поездка долгожданная. Такие экскурсии на производственные объекты компании – обязательный пункт в программе обучения завтрашних газовиков. А для них это не просто увлекательное путешествие, а настоящий познавательный урок в условиях производства. У меня еще брат работает на Баваненкова, поэтому я, в принципе, как-то заинтересован в этом во всем. Также я хочу пойти учиться по этому направлению. В принципе, эта экскурсия дала мне очень много нового. Мне очень понравилось. Ребята уже знают, легко не будет, однако желание связать свою жизнь с газовой отраслью с каждым днем только усиливается. И большинство из выпускников специализированных «Газпром-классов» уже готовятся к поступлению в нефтегазовые вузы страны. А рядом с ними высококлассные учителя и главные шефы из «Газпром-добычи на дым». Оксана Захарова, Олег Зубко, телевидение «Газпром-добыча на дым».